Ребята, я хочу, чтобы вы открыли нашу рубрику своими веселыми лицами. Да, хочу увидеть вашу реакцию на мой вопрос. Вопрос у меня такой: что такое аллигате? Что-то иностранное, которое начинается на букву А, заканчивается на F. Больше я, к сожалению, ничего об этом не скажу. Социология. Это из социологии, да? Да, мне так кажется. Типа с аллегорией, не знаю. Нет. Не знаю, какая-то сладость. Блюдо какое-то. Вкусненькое, наверное, да? Не думаю. Невкусненькое, такая фу-фу-фу-фу-фу. Наверное. Да. Это отличный ответ. Нам он подходит. Я старался. Спасибо большое. Как вас зовут? Марат. Марат, вы коренной одессит? Да. Да? Да-да. От мозга костей? Не знаю. Я смотрю, вы ценитель, не ценитель, да? Опять, да? Снова, да. Здрасте. А где в прошлый раз мы с вами встречались? Прямо здесь. Место встречи изменить нельзя? Нельзя, ни в коем случае. Сегодня у меня другой вопрос. Что такое аллигате? Тоже не знаю. Сейчас я могу придумать. Это может быть какой-то коктейль. По-моему, да. Вид алкогольного напитка. С вином связан. Вино? Какое? Ну, сухое, наверное. Вкусненькое? Ой, это вкус древности. Давненько это было, да? Да. Хорошее вино. Хорошее вино. И я с вами не смею не согласиться.